конечно, под общие аплодисменты я бы наших молодых попросил подойти, конечно, ближе к такому произведению искусства. Да, помимо того, что он очень красиво, но еще и вкусный. Вот я всегда поражался тем, кто работает в кондитерке. То есть люди делают действительно произведение и вкус. Да, произведение и вкус. Вот. Произведение вкусно, вот. Два в одном. Так, ну мы ждем наших молодых, звучат ваши аплодисменты, это известно. Давайте вот вы будете пока находиться с этой стороны, ну, посмотрите, у кого есть фотографии, потому что, чтобы это все, да, запечатлилось, и чтобы маленькая легкая усталость, я вижу, потому что чуть-чуть уже, конечно, подустали, но тем не менее, переросла в более полноценные улыбки. Вы знаете, существует старый добрый обычай, по старому доброму обычаю весь торт отдает ведущему. Нет, шучу, конечно. Так, что-то я с ним вообще разговаривал, становлюсь. Ладно, все, еще пойду в норму. Ты же можешь. Ладно, действительно существует старый добрый обычай, когда по старому доброму обычаю первый кусочек торта молодые режут вместе. Вот это правильно. Вот, здесь есть ножичек, звучат ваши аплодисменты, и первый кусок торта молодые режут вместе. Только не мужика. Последнего не бывает никогда. Вы знаете, когда говорят версию, что дайте мне что-нибудь последнее, бывает крайняя вещь. Последнее — это все. Это то, что на витрине, и оно не продается, это называется, как оно называется, бутафория. Вот. Не более того, да. Поэтому бывает всего лишь крайнее. Ну, естественно, самый первый кусочек, он самый вкусный, самый сладкий, тем более, если он отрезанный ими вдвоем, он в два раза сладше. Если он еще из рук самой невесты, он в три же сладше. О, Господи, что я распинаюсь. Собственно, нам деньги не нужны. Все привыкли, то, что мы его выкупаем. А, хотя нужны. Кто мне найдет сейчас монетку в качестве копейки, тот получит первый кусочек торта. А, копейка, нам нужна всего лишь копейка. Поехали.